Вот что лично для меня качество жизни? Как я имел возможность убедиться, что любые вещи, которые мы связываем с комфортом и приобретая которые мы надеемся, что теперь качество жизни будет высоким, меркнет и обнуляется в случае, если физическое состояние, если состояние здоровья не позволяет вам наслаждаться тем комфортом и тем уровнем, и тем качеством жизни, которое вы приобрели. Поэтому для меня качество жизни немыслимо без железного здоровья, без хорошего самочувствия, без тонуса. Понятно, что мы этим можем управлять, за исключением людей, которые в силу определенных обстоятельств стали заложниками своего здоровья, своего нездоровья, точнее, или своего увечья. Слава Богу, большинство людей, которым я сейчас это говорю, наверняка люди, которые могут своим здоровьем управлять самостоятельно. Трудно говорить молодому человеку, не разбазаривать здоровье, там, режим дня и так далее. Трудно. Это приходит понимание с годами, но, во всяком случае, как только ты понял, что, опа, есть такое понятие, как health management, когда ты своим здоровьем управляешь, есть смысл и этой части своей жизни управлять с тем, чтобы наслаждаться всем тем, чего ты достоин, чего ты заслужил. Повторю, качество жизни для меня это, в первую очередь, качество твоего самочувствия. О! Причем стабильно. А не на короткое время. Все.